Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова, а наш гість сьогодні – Миколаївський міський голова Юрій Ісайович Гранатуров. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Юрій Ісайович, ну, конечно, самый основной вопрос, который волнует всех, который расстраивает всех, который вселяет надежду, что все-таки станет лучше, это наша борьба со снегопадом, с теми погодными условиями, которые достаточно внезапно обрушились на нашу область. Оперативная обстановка на сегодня. Вот что уже на сегодня сделано с 29 числа? Ну, все, что касалось жизнеобеспечения города, в основном сделано, хотя все равно большой некомфорт. И достаточное количество проблем по комфортной проезжаемости еще остается. Но магистрали расчистили. Это все оставляет желать, естественно, лучшего качества, лучшей оперативности. Однако с тем наличием специализированной техники, которая была в городе, не покупали технику 10 лет. И со всей той техникой, которая была привлечена, сделали все, что могли, и сейчас продолжают делать. Немножко осложнится это сегодня, завтра, послезавтра, до 9 числа идет арктический циклон. Будут сильные морозы 3 дня, потом будет потепление до плюса. И в период этих сильных морозов очень сложно ощущать вот эту вот тяжелую наледь и бугры, а просто все, что было, не успевает. Работают все, работают простые горожане, работают активисты, общественники, волонтеры, народные депутаты, и все стараются помочь, чем могут. Дворовых рабочих у нас не так много, но они все сейчас брошены на борьбу с мусором, который повлек за собой такой аномальный, невероятный, тяжелейший снегопад. Старожилы говорят, что такого снегопада не было уже десятилетиями. Но доля у нас такая, работать с чем есть и как есть. Самое главное, ничего не бросить. Я помню, когда служил в вооруженных силах Советского Союза, был на сложных участках воинской службы, тогда мне тоже многое не нравилось. Мне не нравилось одно, другое, было трудно, тяжело, и всяко там было, и по-пластунски, в боевых условиях, и стреляли, и так далее. Однако я присягу давал, я выполнял свой долг. И сейчас, какими бы ни были условия, мы свой долг выполняем. Ни на один день, ни на одну минуту, без всяких там выходных, проходных, днем и ночью. Лично я и те, кто за это отвечают, работают. Результат не такой, мягко говоря, хороший, как хотелось бы. Однако все, что возможно, делается. Никто ничего не бросил, никуда не дезертировал. Оперативный штаб создан, да? И вот он Конечно. Будет сколько работать? Вот до... Пока все не исправится. Оперативный штаб будет теперь работать всю зиму. Угу. Мы увидели все наши слабые места. Конечно, самое основное и проблемное – это отсутствие достаточного количества техники. Уже не раз говорилось о том, что беспечность наша общая и жителей города Николаева, и автомобилистов, и руководителей фирм различных, перевозчиков и так далее, она не дала возможности лучше справиться с этой стихией из-за огромного количества совершенно неприспособленных автомобилей, которые просто грузли в небольшом еще снегу, и можно было бы гораздо легче справиться, если, допустим, снег шел ночью такой же, то на пустых магистралях это было бы сделать ну, минимум в 2 раза качество уборки было бы лучше, коллапса бы не было. Конечно, выводы сделают и люди, которые попали в эту неприятную ситуацию, то есть и со своими машинами, и когда не могли добраться домой вследствие того, что не ходили ни маршрутки, ни автобусы, ни троллейбусы, ни трамваи. Но все-таки какой вывод сделает из этого городское руководство? Потому что ну, каждая такая ситуация неприятная. Да? Это определенный опыт, определенные выводы и определенные шаги на улучшение ситуации в будущем, потому что на следующий год зима будет.
тоже. Безусловно. Ну, еще и в этом году половина зимы еще не прошло, и нам надо быть готовым к любым испытаниям, любым сложностям и вопросам. Никто ничего не бросит, мы будем работать как только можем. Однако нам необходимо как минимум еще 10 единиц техники, плюс надо искать привлеченную технику, и надо приобретать универсальную технику, надо продолжать работать над малой механизацией, которую мы только-только начали, и только появились эти маленькие трактора. Ну что такое 7 тракторов? Плюс 8 у нас был уже раньше приобретен на 500 000 город. Это, конечно, мизер. Вы понимаете, заработная плата дворового рабочего, дворника и так далее. В общей сумме человек на руки получает 1200 гривен. И у него очень большие площади, вот убираемый объем работы. Конечно, один дворник никогда не справится с этой сложной задачей. Это невозможно. Поэтому все зависит от того, насколько мы будем дружными, сплоченными. Я уже говорил, повторюсь еще раз, разные люди по-разному реагировали. Масса людей, которые, не считаясь со своим здоровьем, не считаясь ни с чем, помогали в этот тяжелейший снегопад выталкивать машины, ютили людей на ночлег, выдергивали их на своих автомобилях, тех, кто попал в заторы. А некоторые, и такие факты есть, и не единичные, и по 50 гривен лопату сдавали в аренду. Ну, я уже говорил, повторюсь, от совести человека все зависит. А что касается оперативного штаба, то он будет собираться он и сегодня, и завтра, и послезавтра, потому что одна проблема привлекла за собой две тяжелейшие другие проблемы. Это работа общественного транспорта и вывоз твердых бытовых отходов. Ну вот давайте на этих вопросах остановимся. Что с мусором? То есть дворовый рабочий с этим мусором борется каким образом? Дворовые рабочие не могут бороться с мусором. У нас техника не смогла вовремя зайти, плюс, естественно, норма накопления новогодняя, она в 2, в 3, а то и больше. Да, один из глав администрации сказал, что мусор выбросили столько, сколько выбрасывают за месяц. Это, я думаю, гипербола. На самом деле его выбросили намного больше. Это естественно, так каждый Новый год. Но так как сорван был полностью график, и плюс одна из фирм-перевозчиков, Гринка, как мы ее привыкли называть, она просто сорвала полностью вывоз ТБО, в основном по Ленинскому, Заводскому району. Это привело фактически к мусорному коллапсу, и подключили мы массу предприятий. Мы благодарны Николаевскому тепловозоремонтному заводу, другим организациям, которые нам помогают в этой проблеме. Спасибо, конечно, за помощь, однако это не решает проблему. Поэтому выводы будут сделаны и по поводу фирм-перевозчиков, которые занимаются пассажирскими перевозками. Там, где это объективно не мог транспорт пройти, там понятно. А там, где был саботаж, там тоже все предельно теперь понятно. Там, где мусоровозы работали на износ, и люди работали и продолжали, в центральном районе намного лучше ситуация, там понятно. А там, где фактически просто плюнули и решили подождать хороших погодных условий и ничего их не рисует, там тоже будут сделаны соответствующие выводы. К сожалению, а у нас одно предприятие, которое занимается вывозом бытовых отходов? Почему по районам вот так вот странно? У нас, это сложная проблема, которая существует уже очень давно, и я городской голова всего 7 месяцев. И так быстро решить проблему застарелую, которая десятилетиями создавалась, ну, невозможно ни физически, ни материально-технически, ни экономически. Но мы к этому идем и начали наводить этот порядок. Вы знаете, когда-то у нас было одно предприятие. Это было предприятие КТП 1428, которое занималось вывозом ТБО. Но тогда была другая система вывоза, не контейнеры. Потом медленно, но уверенно это предприятие уничтожили, разграбили. Прошли десятилетия. И сейчас несколько возчиков частных занимаются вывозом твердых бытовых отходов. Николаевские возчики, патриотично настроенные, работают на износ. Вот. Привлеченные, которые пришли к нам 3-4, а то и 5 лет назад,
мы бы их давно уже заменили. Их заменить некем. На экономически необоснованный тариф с новыми мусоровозами не придут. Надо иметь свои мусоровозы на своем коммунальном предприятии. Эти выводы мы должны сделать в ближайшее время и прийти к следующему году уже с вооруженным предметом, как вопросов, связанных с вывозом твердых бытовых отходов, так и с техникой для расчистки от снега, посыпки и так далее. Кроме этого, нам нужны высококачественная соль в очень большом количестве, чего никогда на моей памяти не приобреталось, потому что это дорогостоящее очень удовольствие, и пользовались песчано-солевой смесью. И нам нужны реагенты, которые надо подмешивать в эту соль. Тогда будет все намного лучше. Однако никто не сдается. Это понятно, но на все вот то, что вы перечислили, да, нужны деньги. Просто банально действительно нужны деньги. За счет чего это будет реализовываться? Потому что это будет заложено в бюджет следующего года, вот этого года, который уже начался. Это будет какая-то спонсорская помощь, это будут какие-то договоры, может быть, там, социального партнерства. Что это будет? Как это будет решаться? Я думаю, на спонсорскую помощь особо рассчитывать не приходится. Нам надо просто включить все рычаги для того, чтобы все, кто строится на территории города Николаева, платили паевой износ в полном объеме. Здесь нам должна помогать прокуратура, органы внутренних дел и так далее. Это правильное налогообложение, это правильно распределенные доходы и расходы, но на безопасности экономить нельзя. Это слава Богу, что все закончилось благополучно в результате массовых героических усилий, как горожан, так и коммунальных служб. Я понимаю, что сейчас только ленивый не пнул ногой работника-коммунальщика, но они уже работают 8 дней, практически и днем, и ночью. Спят по 3, по 4 часа. Заработные платы, сами знаете какие. И вот мы выросли и никогда не были такими злобными, как очень многие сейчас. Это, правда, элемент политической борьбы, потому что все занимаются выборным процессом, живут по принципу «чем хуже, тем лучше». Потирают руки каждый раз, когда что-то не складывается и не получается. Я думаю, что не тот путь, никуда он не приведет. Мы привыкли как? Вот давайте сейчас этих выгоним, этих заменим, и вот все сразу станет хорошо. Нет, без техники не станет. Без правильной организации не станет. Без экономически обоснованных различного рода шагов не станет. Поэтому мы работаем, выполняем свой долг, как можем, и будем стараться сделать все для того, чтобы николаевцам было безопаснее, чтобы им было удобнее. Нам надо эту зиму прожить, мы ее, я уверен, проживем, мы все равно справимся с этим, справимся мы с мусорным коллапсом, очень тяжело, но я думаю, что справимся. Бой с этими проблемами ведется ежедневно. Да и пассажирский транспорт вошел в нормативные показатели. Осталось еще закончить все вопросы, связанные с полноценным движением ряда трамвайных маршрутов и троллейбусных, и на этом мы закончим. Трамваи практически все на линии, троллейбусы мы сейчас заканчиваем расчистку. Очень сложная ситуация. По крайней мере, за всю свою жизнь, и говорят это многие старожилы, я такого не помню никогда. По транспорту были такие случаи, что повышали, да, тариф, там кто-то за 5 гривен вез, кто-то за 10. Ну, понятно, что это человеческий фактор, это от водителя зависит, но все-таки какие-то выводы по таким случаям будут сделаны с теми же руководителями предприятий транспортных? Потому что это просто не по-человечески зарабатывать на... Будут сделаны, аргументируют они разным, что в 3 раза расход топлива, и то, и то, и то. Это все зависит, еще раз повторюсь, от совести человека. Везде, где эти факты выявлены, выводы будут сделаны конкретные. А есть заявления или только вот в соцсетях, или в интернете где-то там вот такие разговоры? Есть несколько заявлений, да. И они уже рассмотрены. Мой заместитель по транспортным вопросам
отрабатывает сейчас с этими отдельными руководителями маршрутов, да и с руководителями маршрутов, и с хозяевами этих фирм-перевозчиков. Их ждет сложный диалог с нами, который закончится однозначно выполнением всех требований, которые мы к ним будем предъявлять. И прежде всего это оснащение системой GPS каждого автомобиля, который будет участвовать в конкурсе. Мы должны видеть на диспетчерском пункте полностью движение, интервал, расход топлива, чтобы нам тут сказки не рассказывали. Мы все уже выехали, а мы насчитали потом 450 маршруток вместо 1500. Это такой неприятный саботаж, который надо прекращать только жесткими мерами. Хотите работать на этом рынке, будьте добры, выполняйте правила, относитесь к людям с уважением. Город у нас достаточно большой, много дальних районов. Ну, с Матвеевкой вроде как-то так справились, да, уже тут ходят общественный транспорт. Мобильный тоже. Вот малая Корениха, большая Корениха ходят. Жаловались, все нормально, да? Жаловались везде. Жаловались везде, но вот большая и малая Корениха, они как-то... Не показывая ни на кого пальцем, я хочу объяснить. У нас дороги имеют ланцы разных балансодержателей. Вот и на Малую Корениху, и на Большую Корениху, и на Матвеевку. Это дороги, которые находятся на балансе Государственной службы автомобильных дорог, да и не только эти. И городские коммунальные службы их и не должны чистить, не должны их содержать, не должны их асфальтировать. Это работа тех, у кого они на балансе. Однако, вы знаете, только в Николаевской области, единственная область, в которой такая тяжелейшая была ситуация, 6 тысяч автомобилей было застрявших в снежном плену, и вся техника всех этих предприятий, и МЧС, и так далее, ушла спасать людей на трассы. Город остался один на один. И не могли же мы все это бросить. Поэтому все это произошло с таким запозданием, и были такие сложности и проблемы, но, тем не менее, все вопросы решены полностью. На этих направлениях. Ну да. То есть можно уже, да, ходят общественный транспорт, потому что малая и большая, они жаловались дольше всего, что ездят. Потому что до них никак не могли дойти. Мы с пониманием относимся к людям. Они живут в очень отдаленных участках. Но да, тяжелая военная техника и танки, которые освободились, пошли и расчистили там дороги. И также потом включился облавтодор. Нельзя сказать, чтобы он совсем уж не работал. Медицинские учреждения, мало того, что заносы, мало того, что там трудно добраться, еще и гололед, и сейчас очень множество людей попали в такие неприятные ситуации, как получили травмы от вот этой всей, так сказать... Статистика тут, невелика, но неприятная. Да, вот в БСМП там травматология, просто километровые очереди, недавно пришлось быть просто на нашей группе, да, очень много людей обращаются. Как работают, как сработали медицинские учреждения? Насколько медицинские учреждения, сложно? Я хочу отдельно поблагодарить всех медицинских работников города Николаев. Во-первых, у каждой больницы территория на балансе, и кроме того, что мы обеспечили всем проезд, чтобы заезжали нормально скорые помощи и так далее, работники медицинских учреждений вышли и сами полностью очищали свои территории. И сделали это блестяще. Это, как пример приведу, роддом номер один, это 4-я больница, это городская больница, областные лечебные учреждения сделали то же самое, областная детская больница, онкодиспансер, областная больница, которая находится в Лесках, городские лечебные учреждения отработали. Мало того, родилось 8 детей. Было сделано в эту тяжелую ночь 29 на 30 число 11 операций. Все люди, которые находились в скорых и которые застряли, были при помощи наших служб доставлены все-таки своевременно в больницу. Конечно, были большие затруднения с вызовом скорой, не везде она могла доехать, но героические медицинские работники выполняли свой долг. Все, от главврачей до санитарок. И поэтому огромное спасибо всем медикам за ту работу, которую они сделали в этот период. Это вызывает крайнее уважение. Также хочу сказать, также работу провели и в детских садах. Достаточно неплохо. Сегодня, в принципе, проезжаемость, возможно,
везде. Однако везде по-разному. Очень сложно, голыми руками не возьмешь. Что касается посыпки тротуаров, мы сейчас будем на штабе акцентировать на этом внимание. Просто дворовые рабочие массово сейчас ведут борьбу с мусором. Поэтому есть места, где еще не полностью и некачественно произведена посыпка тротуаров. Непростое это дело, сложное, но мы обращаем на это внимание. Есть еще узкие места по проездам. Например, по проспекту Мира осложнено движение в районе улицы Строителей, где трамвайный переезд. Почему? Правая сторона слишком сильно заледенела и не расчищена из-за того, что там было большое количество машин брошено. И огромное количество людей на Колосе ставят машины. И только ночью, вот сегодня, в рождественскую ночь, нам удастся, возможно, тяжелой техникой срубить эти наледи и расширить вот этот небольшой участок проспекта. А также еще масса второстепенных улиц, которые физически просто расчистить до идеального состояния, наверное, мы пока не сможем. Нам надо идти к совершенствованию системы безопасности в городе Николаеве. Голыми руками и лозунгами ничего не сделаешь. Нечего друг на друга пальцем показывать. Надо всем вместе работать. А кроме общей сложной обстановки, есть пострадавший дом, скажем так. Люди, которые остались временно без крыши над головой. Это в центре города. Да. Часть обрушения произошло, часть стены упала. Что ну, там? Она не упала, она расслоилась, эта стена, и чуть не упала кровля. Uh-huh. Сейчас людей отселили временно в центр реабилитации центрального района. Это двое взрослых людей, мать и сын, живущих mm-hmm. в квартирах, и еще одна женщина, Евгения Ивановна, mm-hmm. Там находится, она никак не хочет переехать, говорит, у нее там шкаф-купе, у нее много вещей, не хочет переселяться, но никуда не денешься, придется. Там сейчас прошло совещание в областной государственной администрации совместно с МЧС, обсудили эти вопросы, поставили туда подпорки. Опасности для разрушения дальнейшие специалисты говорят нет. Однако сейчас надо быстро разбирать стену и, выполняя проектное решение, делать ее и возвращать людям нормальное жилье. Какое-то время на это уйдет, но, слава богу, все живы-здоровы. И ситуацию мгновенно локализовали наши службы по чрезвычайным ситуациям. А вот этот случай, он как бы не наталкивает на то, что, может быть, какую-то проверку надо организовать потихонечку вот таких вот старых домов, потому что, ну, снег еще будет. Представляете количество домов в городе Николаеве, которые построены до 1917 года? Да, да. Поэтому я не знаю, что это надо сделать за неделю, за две, это, а просто какой-то это Жилпоповский фактически частный дом. Mm-hmm. В самом центре, в самом старом таком районе. И если бы жильцы не были настолько обеспеченными, и там не было бы брошено нараспашку слуховое окно, в которое намело дикое количество снега, которое медленно подтаивал и подтекал, так как квартира под ним отапливается, и он просто расслоил стену фактически глинобитную. Здесь надо правильно содержать жилой фонд, но, естественно, проверку таких домов уже сейчас организовали. И... Ну, как вот МЧС с памятками, допустим, ходит, как правильно. Памятки, само собой, да. Но... Может быть, что-то сделать в таком духе. Здесь мы еще отрабатываем по заявкам. Если mm-hmm. люди видят какую-то опасность, какие-то mm-hmm. повреждения, трещины и так далее, то сейчас мы просто выезжаем на эти места, и наши службы осуществляют такую вот экспертизу этой ситуации. Это стихийное бедствие, сильнейшее, которое постигло город Николаев. Ну, вот такой снегопад настолько интенсивный и сильный. Последний раз был в 95-м, хотя снег тогда шел намного дольше, проще немного было. Он не был такой тяжелый и мокрый. Да и за это время всего два раза пополняли запас техники. Последний раз технику покупали более 10 лет назад. Рассчитывали там на частную технику, на привлечение инвестиционных каких-то составляющих. Я хочу сказать, что то, что касается безопасности, надо иметь свое. И надо этим серьезно заниматься. И я убежден, что наши коллеги, депутаты городского совета,
учтут при принятии бюджета вот, составляющую того, что безопасность прежде всего. Ну, действительно, будем надеяться, что выводы будут правильные сделаны, они уже сделаны, и действия будут правильные. Ну, будем надеяться. Дальнейшее. Вы уже говорили про о нашем тепловозоремонтном заводе. Хорошие теплые слова сказали. Наверное, не только это предприятие, конечно, помогало. Давайте скажем и о других тоже. Ну, тепловозоремонтный завод, он как бы освещает сам свою деятельность в интернет-изданиях. Это ну, а кто-то, может, не имеет такой возможности. Или не имеет такого желания. Вот. Я могу назвать несколько предприятий, все я даже сейчас не смогу перечислить, но Николаевский глиноземный завод помогает серьезно. Предприятие Никотера очень серьезно помогало техникой. Аммиак вот строй помогает техникой. Предприятие группы компаний Арексим, это Эвери, помогает техникой. Еще целый ряд предприятий, мне трудно перечислить всех, но мы благодарны всем, потому что тяжелой техники в городе очень мало. Нам сейчас нужна гусеничная техника, тяжелая техника и тяжелые трактора. Все, что есть, нам выделяют. Ну, мы при необходимости снабжаем топливом, но новой техники почти нет. А старая очень часто ломается, выходит из строя и требует серьезных ремонтов. Поэтому выводы надо делать и по поводу взаимодействия предприятий. Мы, конечно, всем сердцем благодарим всех, кто помогал, но существует схема работы в чрезвычайных ситуациях. И там перечислена вся техника, которая должна безвозмездно и беспрепятственно выходить и работать. И это их обязанность. И, в принципе, по решению комиссии по техногенной и экобезопасности, это должны делать. Так было всегда и так должно быть. Поэтому я считаю, что, безусловно, спасибо большое, огромное тем людям, тем трактористам, механизаторам, которые работали сутками. Но руководители предприятий, спасибо за сознательность и за то, что они выполняют просто то, что они обязаны делать. Это уже хорошо. Однако далеко не все предприятия, которые должны были предоставлять технику по схеме, ее предоставили по самым разным причинам. В основном она на самом деле сломана, стоит где-то, пылится. И по этому поводу тоже надо делать серьезные выводы. Стихийное бедствие – это жизнь тех, кто живет в нашем городе. Поэтому уже нужно заниматься. Сложилась у вас, в принципе, вот план, может быть, какая-то программа, которая будет, ну, может, не сейчас принята, а на будущее. Что вот делать вот в такой ситуации? Потому что это не единичная ситуация, будут еще и подтопления, и ливни будут, и снег будет, никуда от этого не денешься. Очень коротко, да или нет? Все может быть, понимание полное есть. То, что нужно делать летом, есть, то, сколько и чего нужно приобрести, есть, как обеспечить санитарно-эпидемиологическую обстановку и как бороться со снегом в следующем сезоне, есть понимание этого, в принципе, оно было еще до этой зимы, однако, вы знаете, финансово-экономическая ситуация в стране, практически казначейство не работало, сейчас бюджет децентрализовали. Я уверен, что не просто выводы, надо просто реализовать те элементарные вещи, которые у нас должны быть как отче наш. Ну, я вам пример приведу такой. Когда в Киеве был большой снегопад, если я не ошибаюсь, в прошлом году, в марте, да, тоже была проблема, несколько суток там не могли с ним справиться. Я помню тогда, до этого был снегопад еще в Москве, пресловутом городе. И я для себя с улыбкой отметил, когда говорят, вот 250 машин вышло на улицы Киева чистить снег. А когда я слушал про Москву, там было сказано, 11 тысяч машин вышли чистить. Понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что со стихией такого рода вот, справляться можно, только хорошо технически вооружившись. А у нас на все про все 17 единиц техники, из них новые всего 4. Но это же просто смешно. И то она не коммунальная, коммунальная всего 3. Поэтому здесь надо четко и конкретно понимать, что с голыми руками
против танка не пойдешь. Понимание есть, значит, и будут действия правильные. Мы разговариваем в рождественский вечер, конечно же, поздравления. Уважаемые николаевцы, я хотел бы поздравить вас с наступившим новым 2015 годом и со светлым праздником Рождества Христова. И пожелать вам в этот день, чтобы Господь поселился в вашем сердце, чтобы Он оберегал ваши дома, чтобы ваш домашний очаг всегда ярко горел, чтобы всегда вы чувствовали себя защищенными, и чтобы Божья благодать всегда была с вами. Мира вам в 2015 году! Всего вам самого лучшего, самого доброго, самого сокровенного. И я хочу, чтобы вы знали, несмотря ни на что, мы работаем и будем работать, пока эти все проблемы не преодолеем. С праздником! Спасибо, Юрій Ісаевич. Шановні друзі, я також вітаю вас з Різдвом Христовим. Христос рождається, славімо Його. І на все добре. До наступних зустрічей на телеканалі «Миколаїв» в нашому ефірі.